Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на гидравлический обжимной станок для гидрошлангов 220 вольт, 2200 ватт от 1,8 дюйма до 5,8 дюйма в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 1 июня 2019 года. И стоимость данного станка 4500 рублей. Пардон, баксов. Если бы рублей, да? 4500 долларов. Да, крутой инструмент, но это уже явно не для домашних мастеров, для профессионалов. Но тем не менее, и профессионалам это интересно. Но бесплатная доставка в Россию. Такая стоимость для России. Теперь переходим и смотрим стоимость доставки в другие регионы. Так, что мы здесь ищем? Белорусов ищем. Есть белорусы. Бесплатная доставка. Ну, я думаю, доставка бесплатная, потому что цена нехилая. Сейчас проверим мою теорию. Казахстан. Бесплатная доставка. И Украина. Бесплатная доставка. Ну вот, стоимость 4500 долларов, так будет для всех регионов. Но понятно, это очень дорогой станок. И станок такой, где-то на производстве что-то такое серьезное делать. Но тем не менее, вы будете ориентироваться, даже есть такие станки. А может, кому-то и пригодится для профессионала, повторюсь. Так что я показываю все, что есть. Ну, а для того, чтобы сэкономить свои кровные при покупке в интернет-магазинах, обратите внимание на такие вкладки. Скидки в России, скидки в Украине, скидки в Беларуси, скидки в Казахстане. То есть, для всех проживающих в разных регионах можно сделать скидочку на инструмент при покупке. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.